Серега! Серега! Серый! Сюда! Сэм! Сюда! Бой! 4 секунды! Внимательно! Выбейте! Мана! Сэм! Да, подбор! Подбор здесь! Что, блядь? Расслабились рано. Викторович, что по игре? Блядь, хорошая игра, блядь, Алекс. Хорошая игра, блядь. А что при 4-1 случилось? Стандарты. Стандарты. Проебали 2 стандарта, блядь. Знали, что они подают, но... Спасибо. Но мяч не может пролетать вдоль штрафной троих, которые у нас стоят в этих зонах. Ну это, блядь, просто детская ошибка. Ну вообще игрой тут Рост доволен абсолютно. Первый тайм великолепный был, просто молодцы, ребята. Мы готовились, мы очень хорошо готовились и тщательно разбирали. Но... Это лучший матч в медиафутболе, который был вообще за всю историю? Это лучшая вывеска в медиафутболе. Не, я имею в виду, даже если брать вывеску, вот именно эта игра. Да, 4-3. Очень хороший футбол, очень хороший. Амкал здорово играл. Но мы чуть-чуть поднажали, поднатужились. Ну, ты сегодня на спокухе, кстати, был. Да, я это, все, и вся нервная эмоция. Оставил. В команду пошла, в команду. Я ей все отдал. Танк и сыч. Ну, я понял, какой-то клеймо, что я, походу, не умею пенки отбивать, блядь. Это моя карьера в топ-пенальти заканчивается. Больше я на пенку не буду на воротах стоять. Просто будешь меняться, да? Да. А что сейчас было? Просто под тобой ты угадал и все, да? Да, под мышкой пролетел, блин. А ты знал, типа, челленджи смотрел, куда он бьет всегда? А тут, по-моему, такая тема была, что он всегда бьет от себя влево. И услышал это профик. Подошел ему и сказал. И я понял, что будет другой угол, блядь. Очень крутой. Я думаю, что лучший матч в медиафутболе чуть ли не за всю историю. Это прям 100%. Вот там момент в порядке. Сейчас у Женька спрошу. Женек! Сань, не расстраивайся. Тот сейв лучший за год в медиафутболе, который ты сделал травной. Слон, прокол рассказывай. А что рассказывать-то, про что? Пенальти не было, я считаю. Все, блядь. А ты забил сегодня? А то забил, да. А ты про это хочешь? Да. Брат, я один забил, два привез. Какой хочешь, расскажу, блядь. Ну давай, который забил. Не, ну там же очень счет. Слушай, я просто предчувствовал, что либо мяч отскочит, либо куту скинет. Ну, в принципе, и то получилось. Я просто почувствовал, что он сейчас отскочит туда. Все, я набежал правой ногой. В моем веке попал. Ну ты такой уверененький, да, был в тот момент? Бля, честно, да. Ну слушай, там надо было просто в угол попасть и все. Слушай, ну ты пенка понимал, что поставят, да? Нет, я вообще не верил даже, что ее поставят. А ты ж постож смотрел потом, там же чистая, не? А какая чистая, что чистая? Ну да ты, ладно, ты летел, и вот так наступил. А до этого слова не было вроде как. Ну по повтору не увидели ни хрена. Ну вот, блядь, короче, просто честно, Дим, я тебе так скажу. Разговаривал с профессиональным судьей вчера, встречался. У меня есть товарищ. Знаешь, почему они не судят? Потому что, блядь, чтобы я, ну, непонятно, чтобы их авторитет не подрывался. Но он мне сказал, я говорю, а что скажешь про судей, которые судят неделю? Он сказал, бля, он улыбнулся уже, блядь, так вам надо. Вот и все. Это то, что говорят профессиональные судьи. Бля, я извиняться не буду, ничего такого не сделал, эмоции, никого не посылал на три буквы, но, блядь, честно, футбол в медиалиге растет, судейство должно расти. Понимаешь, если он ошибется через неделю, блядь, это будет стоить, блядь, 7 миллионов, блядь, в команде. Возможно. Возможно. Слишком все ценно, блядь. Футбол стал не блогерский. Судейство должно быть выше уровня. Это мое мнение. Ну, гол красивый. Спасибо. Эй, жаба. Теория. Ну что, ну ты уверенно вот это, да, вышел, подождал, кто говорит, посмотрел. Что я медленно нападающий, попрошу просто посмотреть на рывок, это во-первых. Это сам говоришь.
Нет, уже нет, брат. Да раньше мне говорили, я уже электрический стал. Сбросил лишний вес. А, у тебя был? Нет. Ну, слушай, а вышло, что, ну, пробил мимо вратаря, повезло, наверное. Мне как-то показалось, ты же перебрасывал. Ну, да. Ну, уверен. Как тебе сегодняшнее дерби? Что да, нового? Бля, ну, как обычно, я думаю, праздник для болельщиков. Куча голов, много эмоций. Была задача, если честно, уже после первого тайма выйти забить как можно больше голов. Хотели... Отойди, бля. Хотели как можно больше забить, но МКАЛ достойно отыграл второй тайм. Спасибо им за игру. Дальше у нас деньги. Будем готовы. Это лучший матч МКАЛ Тодрот за историю? По эмоциям? Да. Да нет, наверное, не сравнится по эмоциям первый матч, когда 2-2 мы сыграли, да. Проиграли по пенальти. По эмоциям, наверное, да, тот матч. А в плане радости и победы, на нашего настроения, я думаю, да, этот матч самый главный. Ну, я за тебя болею всегда, ты знаешь. Спасибо. Ну, что ты, жаба? Тоже старая. А лучший матч в истории? Нет? Ну, хорошая. Мне кажется, ну, такой не лучший я... все-таки, да? Ну, я имею в виду, если брать все противостояние. Ну, потому что больше всего голов забили. Один из лучших. Ну, а ты сегодня на спокухе был, кстати. Мэн, а что, мы 4-1 вели, там чуть-чуть нам пришлось понервничать, но нормально. Нормально. Пацаны, мы в Краснодаре. Чё, а... Где... а мы нет. Ну, вы с Самкалом вот поедете, блядь, смотреть нашу матчу пап, а этот забил сегодня с точки? Или нет? Да, сунул что-нибудь? А, он заработал! Ну там была точка-то или нет? Не была, но, бро, даже Левшук, мастер зарабатывать точки, руки развел, сказал, братик, это пенальти. Вопросов нет. Ты что, там уже начал под конец эмоционировать, ругаться? Чуть-чуть, а что такое? Слушай, не знаю, просто, во-первых, хотелось очень забить, конечно, не получилось, но в любом случае команда выиграла, это самое главное, остальное не важно. Ну, короче, ты счастливый. Я счастливый, брат. Молодец. Спасибо. Спасибо! Так, пародия следующая. Ай, с кем? Блядь, мы... С кем? Да. На кого? Не знаю. Ну и ладно. Ты сегодня лучший. Спасибо. Выходите не на броука, понимаешь? Тот день, когда выходит. Я так хотел сыграть, а? Сука. Брат, дома тоже тепло же-то будет. Да. Ну что, все? Конец. Вон Салим один остался. Да ладно, Салим, ты жесткий был. А? Жесткий. В конце хорошо играл, мне понравилось. Ну, надо просто побольше играть, чтобы проявлять себя. Прочувствовать? Пока... Конечно, пока просто, ну, в новой команде еще не совсем вкатился, наверное. Команда еще, может быть, немножко, ну, как бы нет взаимопонимания. Но это нормальная ситуация, когда... Через полгодика наладите. Только посмотрим. Вы не будете играть в МФЛ, вроде, как уже ну, говорят. Ну, будем играть там, где скажут, там и будем играть, в принципе. Это правильно. Сильно расстроишься, если в МФЛ не будет. Вроде как, кто там говорил... Я одно тебе могу сказать. По сравнению с тем, что мы смотрели на матчи сборной, сегодня, в принципе, ну, плюс-минус... Не, ну вот этот матч другой. Я думал, ебать, как интереснее было, если честно. Вот это 0-0, что мы там с тобой смотрели в Азербайджане. В Таджикистане. В Таджикистане. Ой, господи, сейчас меня наругают. Это вообще ужас был. Да, ну да, там было скучно. А здесь жизнь хотя бы. Здесь я прям в ахуе, я глотку сорвал, это прям круто было. Так вот, по поводу судейства... Блин, я забыл, как зовут судью, который пишет... Нет, который пишет... А Панас Юренко, женой. Кто у нас пишет комментарии обычно? Нет, Федотов, блин, сам вот. Ты Юрий Афанасьев. Он сказал, что пенальти не было на ком? Стиле. По-моему, железный, я не знаю. Слушай, я посмотрел повтор, мне показалось железный. Я стоял прямо вон там. Я видел это вот так, точно пенальти. Мы дураки, что на нем свалили, потому что стиль убирает под правую ногу, он хучу там сделал бы, правда. Мы, блядь, палим на нем в этот момент. А так, ну, по судейству... Да нормальное судейство. Боковой пару моментов не увидел, типа, и стилю надо было желтую давать, когда он выбегает и толкает двумя руками. Ну, как бы это желтое. А в остальном нормально все было. Мы, блядь, проебали сами себе. А мы тоже сами себе. Ну, вот так вот, все проебывают сами себе. Никто не может признать, что соперник был сильнее. Но мы точно сами себе. Португалия, братик, там Криштиану тоже хотелось бы, чтобы забрал трофей. Криштиану у него. Ладно, в общем, такие дела здесь. Веселые.